If we get out of this alive, remind me never to do that again. I'm going after Desan. He's probably heading for the heart of the Academy. You coming? I think I'd be more useful in the air. I'll go to the hangar and join the new Republic troops. Okay. Try to avoid anyone with a lightsaber. Good advice, Jedi. Всем привет, с вами снова Вэмп, и я продолжаю проходить Jedi Knight, Jedi Outcast. После столь ужасно романтичной, угловато-пиксельной сцены, снова рвемся в бой. Это типа новый тип штурмовиков. На самом деле, просто штурмовики в новой броне. Здесь есть небольшая проблема. Если вы попытаетесь драться в воде, то Катарн окажется, если у вас в руках Святой Меч, окажется беззащитным. Ну, в каком-то, в какой-то мере. Дело в том, что Святой Меч в воде не работает. Он автоматически выключается. Поэтому приманиваем штурмовиков с помощью притягивания на себя, на сушу, и там уже добиваем на них. Плюс их очень плохо видно из-за того, что они такого зеленого цвета. Засада. По идее, сразу из двух или из трех теневых штурмовиков. Один умер от падения, что уже неплохо. Давайте также поступим и со вторым. Попытаемся поднять его как можно выше. И просто разобьем его об землю. Этот трюк работает почти всегда. Возьмите себе его, ну как, не за основу, но... Давайте еще с вот этим также поступим. Вот так вот. Соберем кристальчик. Ну, не знаю зачем, но на всякий пожар. И идем дальше. Где-то еще один. Вот обычный штурмовик. Бежим вот в эту сторону, то есть просто обруливаем место, где мы вышли за угол направо. И вот таким образом быстренько всех убиваем. Просто убьем его об землю. Можно полазить вот здесь по округе, что-нибудь поискать. Ну, ребятки неплохо приземлились, как уже упомянул Катарн. Похоже, если мы ничего не займем, поэтому идем дальше. Как
Кажется, чувак решил принять душ. Бубух. Забираем бахту, броню. И ищем следующий проход. Еще бакта. Сложный по своей архитектуре уровень, поэтому очень легко заблудиться, даже если играл несколько раз. Ладненько, дабы не загружать вам мозг, сейчас, одну секунду, я найду проход. После некоторых непродолжительных поисков я нашел нужное нам место. Бежим вот сюда, присаживаемся и пролазим под скалой. Тем самым оказываемся в нужном месте. Далее здесь запрыгиваем вот в эту расщелину. Наверх. Просто бьем их об землю. Вылезаем на сушу. Всех бьем об землю, полазим по руинам, поиска чего-нибудь полезного. Допустим, как вот эти аптечки или броня, если она тут имеется. Оббиваем гада об землю. И бежим вот сюда. Добиваем этого гада. И снова ищем проход. В очередной раз утерян. Ладно, снова ставим игру на паузу и вернусь, как только найду проход. Ну, похоже, искать далеко не пришлось, надо было просто бежать налево. Huh?
Зайдем в режиме стелс. Давайте подлечим жизни. Далеко они от нас все равно не уйдут. Не хочешь и вытягиваться штурмовик. Ну, пусть как хочет. И один штурмовик запрятался в эту дырку. Где его, видать, ждет. Прежде чем идти туда, давайте посмотрим, что у нас есть еще вон там. Похоже, там нас ждет проход в следующую локацию. Тогда давайте вернемся на ту стенку. Возвращаемся сюда. И вот таким образом добили второго гада. Сохраняемся, забираем все патроны, которые есть. И добиваем гаденыша. Можно было пройти туда. Но давайте немного побродим по карте. В данном случае сгоняем сначала вот сюда. И тем самым находим секретную область. Здесь лежит эта штука. Вылазим. И давайте теперь сплаваем обратно через этот проход. Помните, туда, куда я не пошел. Не через стенку, а в другое место.
Там были еще штурмовики, но я туда соваться не стал, решил разобраться сначала с этими джедаями. Как я и ожидал, ничего. Поэтому давайте-ка вернемся обратно. Прям как окунь на нересте, ё-моё. Что ж ты, Катар, меня так подводишь, не прыгай, а? Ну, наконец-то. Вернемся сначала туда. Проверим, что да как. И соберем патроны все нужные и ненужные. И теперь уже по заботливо вымощенной дороге из металла, чуть ли не из желтого кирпича, идем вон в ту расщелину. Здесь соберите бахту, если она вам нужна. А вот это наши ребята. Вот так общими усилиями прикончили штурмовика. Здесь можно зарядить броню и патрон. Значит, идем налево.
А, идти, исти. Сразу выберем вот эту способность. И будем стрелять в гада. Кажется, я очень удачно попал. Ну, а здесь будем добивать всех этих гребаных гадов, которые тут есть. Опс, сори, мужик. Наш. Ну, ничего страшного. Бежим к вот этой фиговине.